Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня делаю тут небольшой визуальный обход, осмотр семей. Так как у нас сегодня на улице плюс 5, светит солнце. И находимся мы на юге Беларуси, Гомельская область на границе с Брестской. И уже у нас по времени без 24 часа. Это вечера без 20:16. И летки у меня стоят в ульях на север. Ульи. Летками на север, то получается, что солнце в большинстве своем прогревает и светит после обеда так. То и пчелы после обеда решили вылететь. Облета то не было, но немного улей поравняю, то подставочка выступала. Облета то не было. Ну вот пчелы сейчас летают за водой. Где снег подсходил, по таких вот низинках скопилась вода, то в этой воде пчелы воду хорошо берут. Так как нас большинство времени зима с оттепелями постоянными, то плюс 5, то плюс 8 даже бывает. Но было около 8 тепла, то снег лежал еще. А это за эти дни то дождик был, то туда-сюда. Снег почти весь сошел. И вот пчелы решили полетать, воды набрать. Походу уже расплод неплохо пошел. Так как я напомню, зима у нас часто оттепели. Мороза максимум градусов 10-15. Это дней 3 получается держится, дня 3 всего лишь, а такие градусов 5 мороза, ну, могут дней 10, хай 14 продержаться самое больше. Потом опять же оттепель идет, и так как туда-сюда погода прыгает, то в основном они зимой с расплодом пчелы. И некоторые зимой из-за расплода лезут в ульи, там убирают расплод. Гляжу, горе пчеловоды. Короче, зимой мороз, пчелам смысла нечего лезть в улей самое гнездо. Видишь, что расплод там ростит, или что, так наблюдаю же. В крайний случай прикормки положил на рамки. У меня то с потолочинами зимой получается, в потолочинах отверстия. А на этой потолочной или жидкого корма, или в том году канди ложил. Канди в том году ложил, что снег долго держал, да, чтобы жидкий сироп не спровоцировал их на облет сильный, да не попадали в снег, то я ложил канди. А в этом году такая погода, если бы они облетелись более-менее, то, думаю, можно было бы поэтому и жидкого поставить что-нибудь. То, что если расплод, так желательно им поставить что-нибудь такого, чтобы гнездо наносили ближе к расплоду. Ну, так как некоторые я, то не буду лезть в сам улей среди зимы в гнездо. Это дурная идея. Особенно к вот этим моим злючим пчелам, если зимой полежь, так и не зимой обгрызут. Даже возле летка вот ходишь, так уже бросается. Такая пчела больше на среднерусскую сходит у нас. Ну, они в этом году, чтобы в сезоне, в том же году, чтобы в сезон. И меда неплохо дали, хотя и роились, и кусались. И этот улей на 18 рамок были. Полностью расплод, мед, сверху 3 магазина еще стояло на 16, на 15 полурамах. Так что лезть к ним нечего. Это вот бакфаст. Такие больше миролюбивые. Ну, какие-то они сероватые более, но все равно видно вот. Хочет на это, бляха, на облет идти.
напачкана в литке. Эти сидят, покуда не лезут. Если бы они больше организованные пчелы были, то было можно 5 градусов нормально облететься. Не так, как они любят далеко куда, а близко кружок, да и назад в улей сразу. Не, они любят полетать подальше, из-за этого дальше замерзают постоянно. И все не возвращаются. Это вот тоже у нас бакфаст, матка здесь. Бакфаст это от племенной матки, а там уже с нашими трутнями местными облетелись. То здесь и серенькие, и желтые пчелы, не знаю я. Посмотрим. Ну так, вроде не злые. Передалась у них эта линия. Посмотрим в этом году проявилось, что там в том году подсадил молодых маток сюда. Сюда вот разбил эту семья тут была, разбил на две ее. И подсадил маток сюда бахвоста подсадил. А в этом у две бахвоста подсадил, да троху там не доглядел, молодая матка краевая вышла, то она убила ту матку. Так что всего лишь 3 матки прижилось бахвоста. В этом улье, в этом и в этом. А здесь уже 4-й год. Вот палочкой показываю, где этот улей вот салатовый такой. Там уже 4-й год матки даже. Да, 4-й где-то. Уже менять надо. Хотя, гляну, если будет нормальный у нас плод, хай сидит старая матка. Может, сами по-тихому сменят. И вот у нас зима такая теплая, сейчас у нас 7 февраля, пчелы воду носят, там позже тепло, так и обножка будет через неделю-две, если снега не навалит. И вот из этого тепла я весной никогда под мор не вычищаю с улья, потому что покуда позже стабильное тепло, чтобы лезть можно в гнездо, уже нечего там чистить, они вот зимой, видно, выносят вот под мором целая куча. Даже мороз на улице, такие градуса 2-3, а они под мор вычищают. Сами не вылетают, а чисто его вытащат с летка, бросят и назад в улей. И постоянно, покуда наступит весна, у меня уже полностью чистые ульи от подмора. Пчелы сами все вычистят, почистят аккуратно. Тут вот видно тоже немного подмор валяется. В этом улье вот больше. Сейчас прямо выносит слетка и бросает пчелу мертвых, видно вот. Так что плюс еще зимних оттепелей этих, что не надо потом чистить пчел по весне лезть. Тоже хорошо. Ну напомню, вот если б стояли они мне на юг, то сегодня даже облетелись нормально. Ну, так как солнце только-только начало заглядывать вот на доски, уже 4 вечера, 4 часа, то они только вылетели. Ну, хотя бы воды наносят. Думаю, сейчас клубы пчел рыхлый, расплод уже идет, так в сторонке, где мед, все возьмут, если там нема у них. Главное, чтобы резко мороза не вернулись большие. Это вот бакфаст у нас со старой маткой уже 4 года. Немного в том году не доглядел мне этого. От клеща вовремя не обработал, да в клещ немного их подъел. Все равно сидят. Конечно, послабее, я на 9 оставлял, но там пчел меньше намного. То, что смотрел сюда, клетку сидят, так задней стенки не видно совсем. И внутри не видно, ни на низу, нигде. Ну, клуб небольшой. А вот это уже ранние пчелки такие. У них расплод был. У меня где-то сказать сентябрь. В середине сентября у них еще расплод был. Даже не расплод, а яйца матка ложила. И довольно так подлично. Что у нас в этом году, в том году, получается осенью. И почему в том году матки так поздно осенью работали? У нас речку маслянистую посеяли в колхозе, спортили всю, короче, малину.
Получилась редька поздней осенью, уже была в сентябре, к октябру только жать начали ее там. Она цвела и наносили много меда в гнезда. И вот из-за этого несчастный облет идут. Немного, видно, засахарившись мед, так и огонь не забирал, все равно весь не забрал. Мало то, что не забрал, так они еще и это наносили его на зиму себе. Я старался на сироп все заменить, чтобы не попало им этого с редьки масляничной меда на зиму. То, что он сразу садится в сотах, даже не запечатанный. Но все равно все не забрал. Так что пчелы немного беспокойные зимой из-за этого меда. Думаю, перезимую сейчас вот. Погляжу по погоде, что ли, как. Придется, так некоторые, может, и подкормим. Если это будет в крайнем случае, если снег опять пойдет с морозом. Ну, типа обещать раннюю весну в этом году, то думаю, может не придет, не придется кормить их уже, неохота весной особо кормить. Уже если пошло тепло, то они сбоку мед забирают. Вот, это лед пчел у нас сейчас не облет, а чисто за водой летят, берут. Хотя на улице и прохладновато, 5 градусов всего, ну, в таких вот местах, где вот такие низинки в разорах, прогретые водой, они там садятся на траве, тепло уже прогретая трава, то не замерзает, набирает воду и сразу улей. Хай, работает. Начнут раньше работать, больше будет пчел и расплода. В том году, 27 апреля, уже рой был. Довольно-таки приличный рой. А до того времени на улице было морозно. И только-только сошел снег. И буквально они зароились после. Буквально неделя прошла, а снег сошел и рой вышел. В таком случае даже не успеешь проглядеть их, если мороз. Они в мороз уже роится, собирается. Буквально вот было время. Сошел снег, там неделя, хай две прошло, ну хай три. Где-то так. И они решили рой отпустить. Даже зелени нигде не было еще. Ну ничего, ранние рои тоже добры. Переглядываешь всю семью, если ранний рой. И уже получается, что к весеннему и к главному медосбору уже семья роиться не будет. А чем позже рой затягивается, роевое состояние, то в середине лета, само когда медосборы и роятся, то мед все-таки теряется. А так в апреле отроились, уже в середине мая уже все. Роевого состояния не будет у пчелы и будет работать. Это вот семейка Бахвост. Так неуверенно летая. А это наши местные. Наша местная пчела мед добудет даже в мороз. Вот на солнышку греется пчелка.
Прижал малость. Ладно, не буду им тут мешать, а и летать, работать. Улей чистят. Пойду. Надо немного в гараже сваркой позаниматься. То и так уже к вечеру дело затяну. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Такому сверхраннему лету пчел. Напомню, все это 7 февраля только у нас. Еще до марта месяц, а пчелы уже летают полностью. О, прилетела на пальце, села, греется. Всем удачи, будем заканчивать. Всем удачной зимовки, а я пчелы перезимуюсь в полном составе. До свидания.